Жители Старых Химок смогут сделать рентгеновский снимок рядом с домом. В поликлинике номер один после ремонта открыли кабинет, который пустовал больше года. Здесь покрасили стены и потолок. Сам аппарат привели в надлежащее состояние. Раньше, когда аппарат был на ремонте, мы пациентов отправляли в соседние поликлиники, что создавало, естественно, неудобства. Это была нагрузка на другие поликлиники дополнительно. Но сейчас наши пациенты получили такую возможность здесь и сейчас проходить исследование. Неудобств действительно немало. Далеко ездить, долго ждать в очереди, а потом опять записываться к своему доктору. Валентина Янгель наблюдается у невролога. Сегодня оценила преимущества нового кабинета. Сделаю снимок. Сейчас я его получу завтра и пойду к лечащему врачу, неврологу. Новый рентген-кабинет работает уже вторую неделю. Прием ведут каждые полчаса.